Городской репортаж. На территории спортивно-оздоровительного комплекса «Керамик» состоялась спартакиада среди организаций и учреждений города, посвященная Дню защитника Отечества. Открыл соревнование глава города Евгений Жирков. Поздравляю от души вас всех с праздником 23 февраля. Желаю вам всем здоровья, успехов, благополучия. Отдельные слова благодарности нашим уважаемым ветеранам, участникам Великой Отечественной войны, ребятам, которые защищали нашу Родину в локальных войнах. С праздником и успехов всем! Поздравила команды с праздником и заместитель главы Лилия Тетевосян. Дорогие друзья, всех вас с праздником! Желаем вам сегодня больших спортивных достижений, но самое главное, чтобы победила дружба. С праздником вас! Также с приветственным словом обратился и заместитель председателя Совета депутатов Александр Дегтяренко. Действительно, сегодня прекрасный такой день. И накануне прекрасного праздника, Днем защитника Отечества, Днем Советской армии и военно-морского флота, мы сегодня здесь собрались. В соревнованиях принимали участие 9 команд. Команда администрации города, Совета депутатов, ОМВД России по городскому округу Железнодорожный, Мособлпошспаса, ДРСУ, управляющие компании, представители водоканала, тепловых сетей города и комитета по торговле. Команды приветствовали члены байкерской организации города. После официального открытия был дан старт соревнованиям. Большинство спортсменов-любителей приняли участие в эстафете, которая была поделена на несколько этапов. Спринтерская дистанция, стрельба из пневматической винтовки, переноска раненого на носилках и бег в четверках. Самые сильные показали себя в армрестлинге, самые точные в дартс, а самые умные в шахматах. В завершении команды соревновались в перетягивании каната. Были и такие, кто не принимал активного участия в спартакиаде, а пришел поддержать свою команду. К болельщикам мы обратились с вопросом, насколько хорошо, по их мнению, выступают команды. Команда администрации, вот сейчас мы видели, значит, выиграли в состязании перетягивания канатов, значит, с УМВД. Поэтому настроение бодрое, духовное, спортивное. Пока подводить итоги выступления команды рано, но я скажу, что ребята все очень прекрасно настроены. Вот, у всех прекрасное настроение. Ну и мы надеемся, что наша команда покажет сегодня хорошие результаты. Команда комитета по торговле в этом году выступает так не очень, хотя у нас уже за все прошедшие спартакиады все награды есть, от первого по третью и плюс еще кубки. И, конечно, праздник, солнце вот сегодня выглянуло очень хорошо, собралось очень много народу, что радует. Настроение жизнерадостное, сегодня великолепная погода. Вот. Во-первых, всех поздравляем мужчин с замечательным праздником защитника Отечества. Желаю всем здоровья. А команде МВД выиграть эти данные соревнования. Я думаю, что теплосеть сегодня участвует очень удачно. У нас такие замечательные ребята подобрались. И девчонки тоже. И, конечно, хотелось бы пожелать успехов в этой заключительной эстафете на канате, где мы совсем недавно победили нашего принципиального соперника «Водоканал». После подведения итогов были определены победители. Третье место заняла команда комитета по торговле. Второе место у команды администрации города. А победителями стали представители ОМВД России по городскому округу Железнодорожный. Всем призерам были вручены медали и памятные кубки. Городской репортаж.